Володь, давай прервемся на время. Давайте прервемся. Может быть, на вопросы из зала ответим, как обещали. Что вы скажете на это? Прах тебя побери! Ну что делать, обещали, так обещали. Так, давайте, знаете, что сделаем? Я забыл в волнении и смуте в голове. Забыл попросить вас присылать записки. Мы сейчас поиграем с вами в такую виртуальную игру, что Владимир Семенович Высоцкий отвечает на вопросы. Конечно же, нужно задавать корректные вопросы, не спрашивать, сколько вам лет. Ну, понятное дело, что у нас есть заготовленные ответы уже. Вот этим синтезированным голосом. Если кто-то хочет задать вопрос, у нас есть 10 ответов. Кто желает задать вопрос Высоцкому? Давайте поиграем в такую игру. Кто первый, кто решится? Ну давайте, смелее. Так, первый вопрос. Владимир Семенович, какая песня у вас самая любимая? Какая песня у вас самая любимая? Я всегда делал только то, что считал важным и нужным. Всегда делает только то, что считает важным и нужным. Наверное, все его песни об этом. О важном и нужном. Еще вопрос. Игорь Мухин, пожалуйста. Как бы вам понравился наш современный шоу-бизнес? Послушайте, но ведь этот вопрос требует довольно развернутого ответа. У нас просто не хватит времени, чтобы обсудить его со всех сторон. Потрясающе, да? Кто еще желает? У нас еще 8 ответов заготовлены, пожалуйста. Любимые цветы Владимира Высоцкого. Какие у вас любимые цветы? Когда вы задаете очень личный вопрос, будьте готовы, что вам не ответили. Вот так. А сегодняшние исполнители? Как вам нравятся сегодняшние исполнители? Думает. Все это, конечно, игра. Или, я бы сказал, баловство. О, один-два раза это может быть интересно. Но не больше. Вот так. Видите, как критично отнесся к нашим выступлениям. Но это, наверное, в шутку, скорее, с иронией. Еще вопросы? Ну, смелее, ребята, друзья. Впереди. Кто хочет спросить? Ваш любимый цвет, Владимир Семенович. Итак. Я вам так скажу, если болит зуб, его надо лечить. Если он не лечится, тогда удалять. Вот так. Болит зуб, надо лечить. Не болит, не лечится, значит удалять. Давайте, Коля, такие, может быть, символичные, что ли, вопросы. Да. Любимая футбольная команда, но это конкретный вопрос. Раньше я наверняка ответил бы на ваш вопрос. Теперь же многое поменялось, и мне сложно дать происходящему оценку. Вот так. Вот вам. Еще, наверное, у нас есть заготовки. Что? С балкона? Кто-нибудь с балкона, крикните. Да-да-да. Почему Никита Высоцкий концерты проводит в Ледовом дворце Видное? Почему Никита Высоцкий проводит концерты в Ледовом дворце Видное? Когда-нибудь вы сами поймете. Не буду лишать вас радости такого ответа. Вот такой ответ. Поехали дальше. Ну что ж, поехали дальше. Так, а что?